И еще одна информация о временном изменении дорожного движения. В связи со строительством новой ветки железнодорожных путей 3, 4 и 5 октября будет перекрыт железнодорожный переезд в микрорайон Кубриз. Движение транспортных средств направят по загородной объездной автодороге. На территории микрорайона будут работать 3 единицы маршрутного транспорта. Они организуют подвоз жителей до пересечения улиц Маевская и Иванова. Старый железнодорожный переезд. Далее развоз жителей по городу будет осуществляться другим маршрутным транспортом согласно графику. Соответствующие дорожные знаки установят заранее.